Конкурс рисунков стартовал в марте. За 2 месяца в избирательную комиссию дети из разных уголков Брянщины прислали около 300 работ. Лучшие красуются на выставке, а их авторы с волнением ждут начала награждения. Многие из юных художников говорят, что было несложно рисовать на выбранную для конкурса достаточно непростую тему выборов. Я начала думать и придумалась еще. Конечно, было немного сложно рисовать орла, потому что там мелко там. Но в основном очень нетрудно было рисовать. Первыми на сцену приглашают самых юных художников от 7 до 9 лет. Ценные подарки и дипломы вручает председатель избирательной комиссии Брянской области Игорь Каплунов. Мне рисовать очень нравится. Когда мне предложили рисовать на эту тему, мне она очень понравилась. И я решила нарисовать счастливую семью, гуляющую и идущую на выборы. Ну, как показать мир, счастье, природу красивую. Дипломы, подарки и благодарственные письма получили не только дети, но и родители, которые в этот день волновались не меньше своих чад. В Брянской области будут 13 сентября этого года выборы губернатора Брянской области. Поэтому в преддверии выборов мы решили провести вот такой вот конкурс, чтобы и дети, и родители, и взрослые тоже прониклись вот этим, ну, избирательным правом. По итогам конкурса будет издан альбом творческих работ победителей и призеров. Екатерина Зойдина, Леонид Гончаров. События. Брянск.